Саксафон кахання, музичне віншаванне. З Днём жанчын прымалі гродзенкі і госці горада. Тэматычную праграму для горада над Днёманам падрыхтавалі вядомы саксафаніст Александр Краўчук сумесна з эстрадна-сімфанічным аркестрам Гродзенскай філармоніі пад кіраўніцтвам Барыса Мягкова, што атрымалася ў відэаматэрыяле. Праверныя часы мелодыі, джазавыя балады, вядомыя хіты, славутыя кампазіцыі, якія палюбіліся гродзенцам. Усе яны былі адабраны да канцэрта пад сімвалічнай назвай «Саксафон кахання». Аранжыроўкі падрыхтаваў кіраўнік эстрадна-сімфанічнага аркестра Гродзенскай філармоніі Барыс Мягкоў. Как в любой работе, до конца свое не нравится до конца. Всегда хочется лучше, вот здесь бы хотелось бы что-то переделать. Но, как всегда, не хватает времени, поэтому зритель увидит и услышит, какими они получились. Я считаю, что получились достойными. Для того, чтобы концерт на областной сцене нашей прекрасной филармонии выходил за рамки области. То есть я думаю, что данный концерт, он претендует на концерт республиканского уровня. Саліраваў падчас канцэрта, канешне, саксафон. У руках вядомага гродзенскага музыканта Александра Краўчука ён штораз пераўтвараецца ў інструмент, які выклікае і дурыць буру эмоцый. На гэты раз саксафон быў сканцэнтраваны на тэме кахання. Саксофон – это очень красивый инструмент, а Александр Кравчук – это великолепный музыкант, который работал в нашем оркестре очень долгие годы, начиная с самого создания оркестра с 2001 года. Александр проработал 12 лет. Мы в отличных отношениях, и это лучший, один из лучших музыкантов нашего города, и не только нашего города. Программа действительно очень сложная в том плане, что 15 произведений, никого больше нет, один солист, и держать зал вот в таком напряжении, 15 композиций, это очень сложно. На протягу 2 месяцев до концерта и шли амаль штодённые репетиции. У выніку отрымался свой особливый подарунок жанчынам до 8 сакавіка, які до слова гродзенкі чакалі со ширым нетерпением. Я очень хорошо знаю Мягкова, Кравчука, Александра, я хожу на все концерты, буквально, потому что я работаю при городском доме культуры, и мне вообще нравятся именно их концерты. Мягков обалденный, так что с удовольствием пришла, и нравятся мои 2-3 подружки самые близкие, тоже пришли, и мы ходим постоянно. Я жду хорошего настроения, жду положительных эмоций, жду какого-то вдохновения для своих каких-то хороших поступков, пожеланий, чтобы стремиться к чему-то не просто бытовому и повседневному, а к чему-то прекрасному, возвышенному. Ну, иногда надо отрываться от будней, особенно женщине, и вспомнить о том, что она женщина, красавица, милая, любимая, замечательная. Я думаю, музыка будет способствовать этому, и мы получим массу положительных эмоций. Музыка, мы любим музыку, да, праздничное настроение и встретить весну в соответствующем ритме и темпе.
Концертная зала Гродзенской філармоніі дозволила разместиться усім жадаючим почуть музычный инструмент, а разом с тем настроиться на весну и сустрець ее у отповедном ритме. До речи, эстрадно-симфонічний оркестр областной філармоніі рыхтує еще несколько новых программ. У красавіку коллектив выступить совместно с американской флейтисткой. Адмысловая концертная программа прогучить и у передадзень святкавання Великой Перамоги.